Блин, вот у меня сейчас реально какая-то армия уже. Это просто пипец. Я уже реально запутался. Где кто есть? Это какой-то пипец. Просто... Просто табун какой-то тут бегает. Ой, пипец. Да, когда следишь... Короче, вся проблема в том, что у меня... Мои хп слева, сверху, а их хп справа, снизу. Это просто вообще вынос мозга. У меня сейчас как филин. Я этого даже не почувствовал. Я как филин, блин. Смотрю то на своих хп и на их. Это очень неудобно, это просто кошмар. Надо скорее избавляться от этой дуры. Так, мне показалось? Я увидел тебя. Какой четвертый получается, да? О, хотя бы что-то. Не 1000 голды. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Сакре 2. В прошлой серии я набрал тут армию, просто пипец. Кстати, смотрите, действительно, вот помните там этот радиус их атаки, смотрите. То есть я вот так ставлю. И они... Они должны атаковать, ну-ка, может заново надо, наверное. Вот так, наверное, да, на. Во, вот так вот ставим. Ой-ой-ой-ой. И вообще пофиг как-то. Надо, блин, за хп, конечно, следить. Пипец, эту деваху рубят. Блин, нифига, алло. Зеленые придурки. Да и ты-то еще иди. Фу, блин, пипец, чуть бабы не завалили, обалдеть. Хорошо, хп много. Вот, сейчас они, по идее, должны рубить там очень далеко. Доставать, вернее. Вот, не знаю, даже вроде нормально. Вот, в прошлой серии, смотрите, набрали мы тут этих по квестам всякой шляпы там с нами бегают за серии. Вот, какие-то скелеты и как время летит. Я предлагаю сюда, а потом вот нам сюда еще надо этого сдать, блин, пипец. Короче, вообще просто жесть. Так, давайте быстренько глянем, что тут у нас... Опыта ничего нет. Я тут еще побегал, посмотрел. Тоже ни черта не попалось. Вот. Ну, этих у торговцев вообще все пропало. Все пропало. Ни черта на опыт нет. Вот, ни оружия, ни доспехов. Больше, к сожалению, не попалось. Так. Так, да, вот так. Мертвых аж плюс 3, ничего себе. Так, у нас там рубят кого-то, да, вроде? Да какую вот так вот болваны? Ладно, короче, на, валить быстрее, сдавать этих придурков, а то у меня поубивают сейчас тут задание еще завалим, блин, вот будет здорово. Тем более этот, ладно, вот эти вот нежить-то, да, но вот эта деваха, так ее, конечно, скашивают мгновенно, блин. Либо она тоже портавила сюда. Смотрите, они прям на нее набрасываются, офигеть. Короче, надо быстрее ее сдавать. Так, вот они, кобальды эти, да? Офигеть, конечно, они прям на нее набрасываются. Она, видимо, уровня мелкого. Даже не могу что-то посмотреть. О, смотри, залагал. Офигеть. Да, видите, они теперь как только видят противника, сразу бегут драться. Вот это прям здорово. Ой, смотрите, видите, понеслись. Вот это прям вообще отлично. Так вот что-то вот иногда вот такого вот шляпа происходит. Прими свою смерть. И они что-то тупят прям по-страшному. Так, у нас там что-то редкий какой-то ремень. Ага, редкий ремень. Так, я так понимаю, это то, что нам нужно, да. Получается, нам вот сюда надо, скелеты горите, но... Орфей в царство. Это вот это с девахой с этой, да? Павший герой. Так, тихо. Вот там зарубили уже. Вот, пойдем тогда вот сюда, посмотрим, что здесь. То есть я, наверное, вот так вот портальнусь. Так, наверное, будет быстрее. Посмотрим, что там горит. Скелет горите. Это, по-моему, как раз-таки со скелетами, да? Как раз там в этой, в пещере, видимо, какие-то горящие скелеты, черт их знает. Вот, и попробовал я, кстати говоря, на коне, вроде как неплохо гонять, потому что с нашим билдом и стрелять нам не надо. Вот, единственное, только эти, нельзя навыки применять. Но,
Плохо, плохо это с этими, с лоботрясами, с нашими. То есть они начинают этих валить, короче. Твои не нас, внутренности пачкают наших вот этих мои компаньон. Клинки. Поэтому надо следить теперь не только за своим ХП, но и за этих. Потому что девку эту прошибают, мама не горит. Вы видите, они теперь сами несутся. Вот это здорово, видите, побежали. То есть мы увеличили радиус, да, и они прям вообще... Вот это прям вообще супер. То есть они прям бегут на противника. Вот это прям здорово вообще. И если мы далеко слишком отходим, они возвращаются. То есть они не бесконечно бегут. Вот поэтому вот это вот плюс огромный. Они прям, видите, на эту, на девчонку на нашу, на эту бегут. Она, видимо, левел меньше или хрен его знает. В общем, прям усираются, прям несутся на нее. Так, давай, получается, заходим. Что-то нам тут надо сделать. О, боже ты мой. Хрена себе. Я этого даже не почувствовал. Блин, пипец надо, реально, на двух. Теперь надо на двух хп смотреть. О, смотрите, как пробивают. Деваху нашу, просто обалдеть. О! Так, ты спас мне жизнь, вот, держи, это будет твоим оружием, будет плать. А все, что тебе нужно, это найти кузнеца. Теперь уходи, иначе я тебя убью. Убить кобальда. Ну нахрен, где ты жопу? Так, одного, да, мы нашли. Так, палаш, окей. Все получается, да? Так, девчонка у нас выжила нормально, но не подхилим ее. У нас 200 банок на ХП, так что не жалко. А теперь у нас есть какое-то усиление, но мне кажется, это усиление. Давайте сразу выйдем, чтобы они появились. Вот это я называю боем. Вот, и давайте, ребята. Как не сразу появляются. Я так понимаю, это просто он кусок лавы нам дал. Да, скорее всего. Скорее всего, лаву просто дал, все. Так, все, получается, мы можем порталиться. И, наверное, это в царство тьмы спустимся, потому что вот эта девчонка, она вообще просто ее прошибает, по-моему, не горю, поэтому нам надо поскорее от нее избавиться. Так, подожди, у нас тут что, разбуженный монолит возрождения. Подожди, а что-то еще валяется. Так, еще клыки кабана какого-то. Так, ну, это, видимо, какая-то общая у нас, да, проблема? Горите скелеты, горите. Погнали тогда. Общий какой-то квест. Так, да, у нас эту девчонку пробьют быстренько. Блин, можно тупить? Да, можно. Поэтому на коня я не рискну садиться. Потом побежали, наверное, так пройдемся. Недолго вроде. А, вот на ву появится тебе. Ой, как пронесли-то ее, обалдеть. Блин, скорее надо доводить ее в это царство Орфея, или куда она там у нас собиралась, в какое-то царство там. Скорее надо от нее избавляться, ее пробивает просто кошмар. Это какой-то пипец. Так, давай сдаем. Так, кабан. Что? Это были всего лишь куски лавы? В этом нет ничего особенного, это уж точно не открытие. Но ничего, тебе этого должно хватить. Найди кузнеца, он улучшит твое оружие при помощи лавы. Вот, возьми в качестве награды за устранение этой помехи. Теперь не мешай, мне нужно нанести сулу. Задание выполнено. Задание выполнено. Давай. Это должно быть очень особенный предмет. Да, о, Лукреция. Короче, смотрите, я еще... О, это меч, что ли? А, нет. Я, короче, нашел описание. Вы знаете, когда за квест дают, не дают, вернее, а пишут один, одна это звездочка, две звездочки, три звездочки, вот так далее. В общем, если одна звездочка, это белый предмет, если две синие, если три, это сет, по-моему, ну, этот зеленый, да, сет. А если четыре звездочки, то наградой будет легендарный предмет. Вот так вот написано было. Так, звезда Лукреции, это что у нас? Это должно башка. Быть очень особенный предмет. Владыки мертвых, шанс селиться, опыт на убийство. Это должно быть очень особенный предмет. Ну, так-то прикольно, конечно, поприкольней, да, будет?
вся школа мертвых плюс один. Время восстановления. Да, вот, как раз таки можно сейчас бот достать и все. И, по-моему, у нас на Лукреции еще что-то там было. Какой-то этот, как его. Так, там сейчас, подожди, как летит время, а где она там? Вот туда, да? Так, и, наверное, у нас... А, вот у нас еще что-то есть. Печальный конец. Наверное, это нежить как раз сюда нам надо, да? Блин, как же, а? Как же? Как бы от тебя избавиться? Ну ладно, пойдем вот сюда тогда, в Орфей. Я думаю, это самое то. Побыстрее от этой дуры избавимся. Эти двое, они нормально держатся. То есть у них ХП, видать, много, или уровень у них получше. Поэтому они неплохо себя показывают. А вот на деваху на эту, на нашу, прям вообще набрасывают эти психи. Прям, можно сказать, ненавидят ее. Просто кошмар. Блин, как же хорошо. Смотрите, они прям стали атаковать. И на опыт, наверное, надо снимать, потому что на ХП еще сколько. Блин, плохо, что надо следить сразу за этими. Видите, как сандалит ее? Просто пипец. Я больше за ХП, за ее слежу, чем за собой, за своими. Так, кабанов мы собрали каких-то. Кто бы это ни был. Ух, как больно. Блин, эти психи, конечно, пипец. Ладно, побежали. Там квест вверху, но нам надо с этими разобраться. Иначе это будет ГГ. Пять, это девка, блин, это задрало. Так, тут когда нежить пошла, я... Ой-ой-ой, как девку-то нам уже прошила не так. Семь тысяч сюда. Так, лагерь охотников. И как летит время. Причем, а, ну, все, я понял. На кабанов-то как раз таки мы сделали, да? Давай сразу-то их зайдем. Учаться надо было назад вернуться, да? Нет, нормально еще. Я думал, тут в пещеру. Ой, сколько у вас тут. Блин, вот у меня сейчас реально какая-то армия уже. Это просто пипец. Я уже реально запутался, где кто есть. Это какой-то пипец. Просто... просто табун какой-то тут бегает. Ой, пипец. Главное, чтобы нашу этих не завалили никого. Этого я боюсь. Отлично. Это именно то, что нужно для ритуала. Задание выполнено. Так, и у нас уровень. Замечательно. Так, эти лоботрясы там с кем-то дерутся. А, там нежить с кобальдами. Окей. Ну, смотри, несется прям целенаправленно к этому. Так, ну давай. Близится назначенный час. Теперь мы должны пойти в древние руины и доставить... Еще один, что ли? Доставить камень первому магу. Тогда эльфы смогут закончить ритуал и освободиться. Я пойду вместе с тобой и помогу тебе. Моя жизнь принадлежит тебе. Стоп, минуточку. Я не это имел в виду, когда... Я это сделаю. Да ты заткнись. Я не это имел в виду, когда хотел сказать, что хочу себе армию, пипец. Вот каких-нибудь наемных бы так я, наверное, взял бы себе, которых не жалко потерять. Это пипец. О, кстати, на, попробовать, вот, похилиться. Блин, ну чё, будете, нет, воевать-то? Какой-то пипец. О. Ну, видимо, в мирной зоне или что-то типа такого. Так, давайте сейчас начнем сразу уровень. Так, естественно, сюда, естественно, сюда. Ой, вот сюда. Сюда, наверное, не надо было. Так, насчет алхимии, усиление эффекта. Непонятно, сколько это будет все работать. Кузнец тоже, блин. Я, короче, пока похороню. Пока похороню. Так. Тут живучесть два раза. Все, пойдет. Так, зайдем тогда сюда, получается, еще. Блин, тут кто-то есть. Красненький какой-то. Ладно, пойдем туда. Посмотрим, там тоже какой-то КВС зададим. Блин, пипец, надо же, а, еще. Ой, вот сколько у вас тут. Ой-ой-ой. Так, тихо. Вот, а эти крысы так вот сопровождение, они вообще не этот самый. Не помогают, не дерутся. Вот какие-то.
Блин, четверых уже сопровождает, просто с ума сойти. Самые мерзкие вот эти вот задания на сопровождение, просто кошмар. Вы что, прикинь, что охотник? Пойдем там завалим какого-нибудь босса, вот это будет веселуха, пипец. Блин, у меня маньяки эти, конечно, вырубают, мама не горюй. Так, ну давай. Так, ладно, эти разберутся. Нет, не разберутся, это очень... Так, подожди. Подождите. Это очень хорошая шкура, отлично. Кстати, Рангалит уговорил что-то гигантское в кабане. Поговори с ними, если хочешь, заработать еще. Так, окей, я там просто задача видел. Задача выполнена. Наши девахи там кто-то охотился. Дрищ. Так, окей, ну давай посмотрим, что это за гигантский кабан. Убей гигантского кабана. Два, то есть нам дадут синюю шмотку. Пока что задания были простыми, и теперь тебе придется взяться за дело, которое будет куда сложнее. В этих лесах обитает очень большой кабан. Он очень свиреп, силен и агрессивен. Настоящий боец. Пока он жив, все кабаны из стада будут нападать на нас с такой же яростью и безрассудностью. Убей его. И в награду отдам тебе настоящий охотничий нож в качестве подтверждения твоих талантов. Я разберусь. Солдатский этим. Кортик. Так, давай быстрей. Так, ну прям тут совсем рядом, поэтому ладно, попёрли. По сути, для вас-то никакой разницы, да, ведь нет, бегают, что я один бегаю, что с этим. Просто меня немножечко, даже, кстати говоря, немножечко посложнее теперь. Теперь мне надо следить не только за своим ХП, а еще и за этими лоботрясами. У меня аж четверо, и так что... Ой, да это он, что ли? Вряд ли это он. А может и он. Может и он, хрен узнает. 10 тысяч, наверное, он, да. Дикий кабан терпит поражение. Наверное, это он. Ну, я думал, что-то посерьезнее. Да иди ты. Вот опять вот любитель поговорить. Вот случайно ткнешь, и все, пипец. Так, я так понимаю, нам сюда, да? Да. Сейчас, может быть, выбьем какой-нибудь квест на какого-нибудь босса. Что-то, не знаю. Вот если сюда, у нас уровень 5 всего, если вот сюда вложить, надо там по 300, если стреляла бы. Ух ты, корова, нифига. Прекрасная работа. Охота действительно твое призвание. Вот возьми этот нож и носи его с гордостью, ибо мы принимаем тебя в наши ряды. Задание выполнено. Давай-ка заваливаем. Без ключей. Да, 3. Теперь у нас будет с этого шмотка зеленая обязательно. Поэтому вот она выполнена. Жизнь охотника — это далеко не только охота. Еще одним важным занятием является продажа добычи. Эти меха нужно быстро доставить торговцу Роберту. Он их давно ждет. Однако наши повозки представляют собой отличную мишень для грабителей и разбойников. Составьте О боже, еще один. Рагне компанию и проследите за тем, чтобы меха были доставлены к Роберту в целости и сохранности. Боже, еще честью, один. Обалдеть. Я тебе помогу. Сейчас еще один бот. Пацаны, у вас тут просто какая-то дичь. Просто какая-то дичь. А, солдатский кортик, смотрите. Нам дали даже этот. Серый, офигеть. Так, наверное, вот это за награду, да, вот это было за этот. Миф и реальность, хорошо, посмотрим. Так, выносливость. Ну, у нас по этим получше, по показателям. Так, шанс отбросить врага, это нам не надо. Так, ну давай поговорим, что тут. Пройти, путь не близок. Проще всего нам перейти мост и пойти вдоль реки. Куда идти-то нахуй, ты скажи. Она с нами пойдет? О, боже, вы только гляньте, боже ты мой, куда идти-то? Надежная доставка, так мы можем портальнуться же, не? Ну, портальнемся, че мы как дураки, что ли? Она, по идее, сейчас должна портальнуться с нами. Это самая изи! Обалдеть! Смотри, это самая изевая миссия вообще. Какая там доставка? Взял да портальнулся, красота. Обалдеть. Я так понимаю, вот он торгашу, да, нам надо? А, вот. Как это чудесно. Наконец-то товар прибыл, которого я так ждал. Отлично, спасибо большое. Вот примите это в качестве компенсации за беспокойство. Я выполнил задание. Так, какая-то это, шляпа? 38 тысяч, обалдеть. Так, хорошо, хорошо. Так, все, вот такие задания мне нравятся. Вот такое прям вообще отлично. Так, нам сейчас надо сюда пилить, поэтому обратно тогда погнали. Было бы сюда, вот, кстати говоря, неплохо. Печальный конец. Давай, наверное, добьем вот эту, да? Что за печальный конец?
А нет, давай с девахой разберемся. Нет, давай все-таки с девахой разберемся. Что-то она уж больно, больно сложна. Вот эти двое еще, нежить и вот этот вот челобас. Это еще куда ни шло, это нормально. Они, по крайней мере, хотя бы, ну, не агрятся мобы на них. Еще одна деревня. Это та и есть, которая была, придурок. Еще, говорит, одна деревня. Так, куда нам идти? Вот туда. Это все та же деревня. Так. 18 у нас штучек. Отлично, отлично, отлично. Так. Да, вот здесь уже не рисуется. Только сказал, не рисуется. Так, у нас еще и этот, блин, тупица. А этому далеко? Маленький. Ой, да его куда-то вверх там вообще. Пойдем эту с Орфеем. Отведем в царство тьмы для начала. Там не какая-нибудь, наверное, пещера или что-нибудь типа такого. О, а что он, может, с эти? А, вот остальное. Вот меня атакуйте, ладно, я согласен. Этих только не надо трогать. А вот с восстановлением ХП, кстати говоря, неплохо было бы, да? То есть мы, по крайней мере, хотя бы могли постоянно восстанавливать. Ну, конечно, на пробел у нас восстанавливаться ХП, поэтому банки можем пить буквально нон-стоп. Вот, но тем не менее. С восстановлением, если банок бы не было. Я не знаю, этих лоботрясов банки ХП восстанавливаются или нет. У нас банок уже 200 штук. Ой, какой 200 штук? Нифига, у нас 400 штук. Офигеть. 400 тысяч. Ой, 400 банок с ХП. Нормас, накопил. Так, я разделяю твою судьбу. Ты с кем там разделяешь-то, болван? Никто на него умер у меня. Тут какие-то страшные фразы тут говорит. Так, налокотники. На, обязательно смотреть, кстати, вот эти белые предметы. Они, кстати говоря, могут быть этими рунами. Вот, и желательно бы, конечно, собирать. Поэтому не просто так, что вот белая вещь валяется, он ее не собирает, да? И надо обязательно поглядывать. Так. Одно задание выполнили, тут рядом совсем этот орфей, поэтому сейчас мы сразу эту девчонку туда отведем и избавимся от нее. А вот этот Мелиндор, они вроде как неплохо, то есть на них что-то не агрятся. А нежить вот эта вот, которая с нами бегает, вторая, там она вообще отличная. Ой, тут какой-то дрянь бежит. Маг легиона нежить. Ну, такой себе. Так, ну-ка давай. А мы уже слышали о том, что шаманы уничтожены. Спасибо. Спас своей жизнью, мы обязаны я тебе. Я выполнил задание. Так, мужики, там не помрите. Так, все, нормас. Давай, наверное, активируем. Если что, сразу сюда возвращаться. И погнали в Орфей. Посмотрим, что там за Орфей. Ой-ой-ой. Ой, сколько у вас тут, нифига. Так, баночку выпьем на опыт. Куда тут поплёт? Это все, на что ты способен. Блин, вот зараза, знаете, там бьёт, да? Блин, так что-то стрёмно за своими ХП следить и за этой. Чуть не убили ее, обалдеть. Смотри, они прямо вообще тупо ее убят. Офигеть. Тихо, тихо, тихо. Мужики, давай месси ее, блин. Че в натуре? Ни хрена, по мне-то он месит. У бабы, походу, защиты больше, чем у меня. Обалдеть. Топорик и железо не буду подбирать. Фу, нифига себе мощная. Так, купленная каска, это все понятно. Кстати говоря, там торговец какой-то еще.
Сейчас вот я в инвиз уйду, они на бабу набросятся. А по миллиардару, смотрите, вообще миллиардару, поэтому миллионеру, поэтому вообще не попадают. Он ее как мухи облепили, и пофиг вообще. Офигеть, опыта летит, огонь. Да. Погнали, посмотрим, что здесь. Это вот с ним поговорить на? О чем? О чем? Почему? А, во, они стали злые. Фига. Ограбление. Бывший солдат. Какой-то с нами. Теперь, господи, еще один какой-то бывший солдат. Что такое? А, во, все. Дай мне знак, и я начну. Да подожди ты, болван, я с ней поговорил. Отведи меня на крайну города к мужу. Спасибо большое. Я обязан тебе своим спасением. Меня зовут Миолин. Мой муж ждет тебя на окраине города. Ты пройдешь меня туда? Ты... Что происходит вообще? Куда тебе надо, блин? Я думал, тебе в Орфей надо, не? Или куда там, в царство мертвых? Орфей-то это что такое? Это не... Тебе не сюда, что ли? Что за говно? Так, у нас тут опять перекрывается. Это прям бесит вообще. Я так понимаю, у нас где-то вот тут проход. Во. Опять нежить. Короче, к нам присоединился еще какой-то бывший солдат какой-то. Кто это такой? И какой-то миолин. Боже мой, сколько я набрал-то всяких лоботрясов. Кипец. У нас опять двое бармалея. Вот реально, что бы я делал без этой, без армии, без своей? Кипец, мне кажется, все будут раскидали уже. Это просто кошмар. Так, ну-ка, все. Пацаны, все, короче, сюда. Сейчас будем вот в царстве нежити. Так, все, главное, чтобы эти призвались и нормально пойдет. Нормально. Блин, за всеми хп надо следить. Просто... Я освобожу твою душу. Да кого там еще дерется-то, кто с кем? Это крыса. У меня эти маньяки там убежали. Ой-ой-ой, как он больно бьет. Насколько же проще было бы сейчас вот без этих, без сопровождающих вот этих. Ой, как больно бьют. Так, мужики, давайте, короче, все. Погнали, нормас. Да чё они какие-то бессмертные? Поддельная крыса. Я себя. Ты узнаешь своего братишку? Братишка. Я тебе покушать принес, а ты до меня напал. Братишку своего не узнаешь. Какой-то алтарь. Видать, эти алтари, они, короче, когда, наверное, ты за злого бога играешь, да, вот, наверное, они дают тебе этот плюс какой-то. Типа такого. А за доброго это вот как раз в храмах. О, вот это мне нравится. Вот туда вот идите, вот все, красота. Вот там и идите. Смотрите, они сами все зачищают. Какая красота. Всегда бы так. Так, кто-нибудь вылезет? Никого. Так, давайте. Да, когда следишь... Короче, вся проблема в том, что у меня... Мои хп слева, сверху, а их хп справа, снизу. Это просто вообще вынос мозга. У меня сейчас как филин. Я этого даже я не почувствовал. Фильм, смотрю то на свои хп и на их. Это очень неудобно, это просто кошмар. Надо скорее избавляться от этой дуры. Даже только ее, по сути, месят-то, да? То есть за этих толовотрясов я не сама. О, наконец-то. За этих я вроде как не беспокоюсь, потому что они их не бьют. А вот ее что-то прям мутузят, мам, не горюй. О, нифига, это безумно, баба. Или это моя? Это моя безумная баба. Пустите меня.
Так, ее там, походу, да, лупят. Ее там пипец сандалит, конечно. Так, вот этот какой-то муж, видимо, ее, или черт его знает. Давай. Логомир. Тебе удалось привести сюда мою возлюбленную Мэри Энн. А теперь помоги нам выбраться из подземного мира. Но сначала убей Орфея. Да, сэр. Какого Орфея-то? Господи, что происходит? Какая возлюбленная? Это что, у него... Он еще и со мной опять? О, боже ты мой! Блин, я тут собрал компанию. Это просто пипец. Реально армия какая-то. Нет, подсказали, что вот эти вот шляпы, они восстанавливают вот главную вот эту вот фигню, которую мы вообще, кстати говоря, не пользуемся. Просто обалдеть. Зачем она вообще нужна, блин? Так, убить Орфея. Я так понимаю, что нам куда-то сюда. Так, я еще плащ взял. Так, ну давай. Дверь открыть не могу. Так, все, будем. Усуны. Так, банки с хп, наверное, просто по КД пить, да и все. Не по КД даже, а просто так. С оверхиллом, хрен с ним. Лишь бы нам там не настучали. Так, сзади вроде нас не такие. Блин, довольно сильные здесь, конечно, противники. Ой-ой-ой. Давай я с первого раза. Так, давай тогда так. Тебя что, вообще ничему не научили? Так, есть. Да иди в жопу, бывший солдат. Да, конечно, эти задания, это прям жесть. Насобирал, блин, группу поддержки. Тут там еще и вылез, посмотри на него. Так, тут прям такая лава течет, как будто, я не знаю, горячая вода. Так, это дрищ там где-то. Главное это инвиз оставить. На всякий, про всякий. Так, все завалили? Так, погнали. Где-то он здесь. Вот он, да? Так, кстати говоря, поговорить с ним можно еще. Давайте что, посмотрим, что здесь. Пока он... А, вот смотрите. Смотрите, смотрите. Скелет. Ха-ха-ха, прикол. Он тут так же. Ой-ой, да какой-то вылез, ну ты зараза какая, так не могу. Короче, хотел скелет там показать. Так, ладно, давай, надпись. Если меня нет, не беспокоить. Так, давай сразу отсюда посмотрим. Может тоже вылезет кто-нибудь. Ну давай. Убей смертную и уничтожь зомби. Тебе удалось помочь двум возлюбленным, как это трогательно. Если честно, то мое сердце поет от радости, но боюсь, я не могу дать им уйти. Подумай, что скажут остальные демоны. Правда, я в силах оказать одну небольшую услугу. Соединить их навеки. После смерти. Уничтожить Орфея. Ух ты, какой ты мощный. Да иди в жопу. Так, стреляем. Он, наверное, на девчонку набросится или что? Так, давай так. Пять жив, вот ты посмотри, я банку ведь выпил. Когда там вахханалия происходит, я вообще не понимаю, что происходит. Ну, короче, его там сандалит, мам, не горит. 60 тысяч опыта, офигеть. Вот это квестик. Дай мне знак, и я начну. Да опять не с тобой, я говорю. Мы спасены, все благодаря тебе. Ты выведешь нас из подземного мира? Может, ты будешь. Сами так не судьба выйти, да? Так,
Ладно, все, мы тут всех спасли, короче, погнали. У нас уровень, давай, наверное, туда начнем. Сразу. Так, дверь не открываем только. Ага, сейчас. Ну ладно, пускай рубят. Так, сюда и сюда. Так, сколько у нас получается? 26 и 56. Там уже прям по 0,3% идет. Это просто пипец. Ну ладно. В любом случае, кап есть кап. Больше прокачать не можем. Ну и хрен с ним. Было бы, конечно, побольше, вот еще бы на одного как-нибудь. Ой, фига тут еще пропустил я. Откуда их тут навысовывалось-то? Ой, сколько у вас. Так, что-то непонятно, светится, да? Завещание какая-то там, что-то где-то. Но нифига не происходит. Пилпиксы подошли к концу, окей. Так, все. Пойдем их высвобождать наконец-то, блин. Это какой-то пипец. О, подожди. То есть не зря, получается, они просили, да? Сопроводить-то их. Все-таки тут твари-то полно еще. Я думал, что-то просто освободили, мы тут всех зарубили. Как это обычно бывает. О, зеленый наставник, вот это хорошо. Пацантра рулят, конечно, мама не горюй. Это просто пипец. Может, сейчас какой-нибудь босс тут еще встретимся? Встретимся. Так, ладно, поперли. На, сейчас, чтобы она появилась сразу. Вот у нас. Так. Ага, она теперь не с нами. Теперь просто можно сдать квест. Нормально, конец. Подчинись или умри. Вон ты, капец. Неживой легионер. Смотри, я снова жив. Как же мне тебя отблагодарить? Деньги. Задание выполнено. 13 тысяч. Все, я отблагодарил. Орфей. Да ты задрал, боже мой, мужики, завалите его. Бессмертный. Восемнадцать тысяч дали, обалдеть. Так, пика-пика. Так, итого у нас получается, где мы сами-то где? А, ну где-то вот здесь, видимо, да? Блин, все закрывает, конечно, жесть. Да, вот витамин. Так, у нас, я так понимаю, вот как летит время, так куда-то вот туда надо нам, да? Вот, и потом в эту степь. Давайте, наверное, пока мы здесь, мы вернуться сюда в любом случае сможем, да? Давайте, наверное, вот задание тут выполним. Может быть, нас куда-то еще пошлют. Подальше куда-нибудь. О-хо-хо! Обалдеть, нифига их тут. Получай! Пипец, нифига их тут навылезало. А, быстрее, банку на опыт брать. Так, давай-ка вот так вот исчезнем. Сейчас, по крайней мере, можно за хп только из-за их снизу. А вот, убитесь. Да, смотрите, вот этот миллионер, вот это, он сам по себе неплохо сражается, по крайней мере, хотя бы воин. Так, что там все? Иллюзорный посох какой-то. Вот. Ой, тихо. Так, все, вроде норм, погнали. Так, куда-то вверх. Мы вошли вниз. Да иди в жопу, блин, по башке надаю. Как-нибудь можно было бы застраховаться от того, чтобы вот случайно не кликнуть по ним. Еще 300 пойдет. Так, а мы чем? А, нет, мы тут не можем пройти. Блин, хреново, я думал, тут можно пройти. Thank you.
Так, мужики, собираемся. Тут какая-то движуха. Почти левел опять, обалдеть. Отлично. Так, сдавать. Возможно, еще какой-то нам дадут. Еще какое-то задание. Кстати, вот здесь тоже кабанов, по-моему, да? Ой-ой-ой-ой-ой, а че как больно. Так, мне показалось? А-а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 -
О, хотя бы что-то. Не 1000 голды. Как раньше, пипец. Хотя бы так, хотя бы так. Так, что у нас по этому? Да, смотрите, нормально. И со шмотками вроде плюс-минус нормально. Давайте сразу уровень качнем. Так, средоточие и поиск. Здесь живучесть. Блин, такое ощущение, как будто вот мы качаем живучесть, но качаться все вместе, блин, пипец. У нас там и ловкость уже за 100, блин, откуда-то хрен возьмет. Я рад слышать, что у старика Лориана все в порядке. Мы боялись, что могло случиться что-нибудь нехорошее. В знак моей признательности я готов делать тебе особые скидки, когда ты будешь покупать мои товары. Готово. Какие твои товары? А ты кто? А, мои товары, наверное, вот как раз таки этот, типа, как сказать. Короче. Караванчик, в общем, это. Привет, понял, тебе. Да? Тут все так, безнадежно. Давай. Ты ничего не сможешь изменить. Все безнадежно, ты ничего не сможешь изменить. Так. Все под успехом, физическое, пацифизм. Так, вероятность чего? Ослабить. Так, ерунда, ерунда. Блин, зеленый шмоток, кстати говоря, вообще еще ни одной не видел, да? Плюс 4 нету. Так. А, здесь тоже нет. Так, ну давай продавать. Шанс селить страх. Да. Так, сразу посмотрим. Все, амулет, сила воли. Это все можно продать. Кстати говоря, вот так, наверное, сделаем. Так. У, нифига себе, кристальный топорик страданий. Шанс. Открыть чисто ПВП. Так, героический шлем, кстати говоря, надо бы его не случайно не продать. Кожаная накидка. Так, топоры, все ерунда. Книгу тоже надо прочитать. Ну давай. Так, все. О, бижутерий. Трофейный череп. Шанс критического удара 11%. Так. Скорость атаки плюс 33. Максимальное здоровье. Шанс отбросить врага. Это как раз на банке. Кстати, я до сих пор не знаю, как алхимией пользоваться. Блин, пипец, наверное, на правую кнопку, но сейчас надо посмотреть будет, разобраться. Давайте почитаем, огненную магию мы точно читали, а вот миф или реальность надо почитать. Так, миф или реальность? Миф или реальность? Вот, интересный факт об Анкарии. На протяжении многих веков по миру ходили слухи и легенды о расе гномах. О гномах существует великое множество песен, историй и свидетельств очевидцев. Однако же эта загадочная раса напоминает водяного змея, который раз в десяток лет якобы высовывает голову из озера. Никто в него всерьез не верит и все-таки, а вдруг он существует? И все послушно наведываются к озеру, покупают сувенирные кружки с мордой чудовища, дарят их родственникам и покоятся эти кружки потом в пыли на дальней полке. Так существует. Будут ли они, эти гномы? Или же это все сказка, придуманная для устрашения детей, ничем не отличаться от страшных историй у костра? В этой книге я попытаюсь приподнять завесу тайны и отделить слухи от фактов. Истоки. Первое упоминание. Считается, что существование гномов якобы доказывается двумя историческими документами. Оба они примерно одного периода и происходят из одного и того же региона. Первый — песни Арграда, сборник древней прозы и поэзии
датированные археологами 1500 годом старого времени. Очень немногие страницы уцелели, и на одной из этих уцелевших страниц можно прочитать песню со словами: «Невысок он с бородою, носит молот за спиною, из цепей его одежа пищи съест до пуда может, пузо бочкой, нос как слива и шатается от пива». Эта песня, как и вся книга, написана на древне... эрутрианском. Таким образом, этот текст допускает множество переводов и толкований. Многие историки сомневаются в точности перевода, однако убедительных альтернатив они предположить не в силах. Так что этот фрагмент в настоящее время рассматривается как первое упоминание о гномах. Тем не менее, даже если согласиться с предположением, предложенным переводом, совершенно не обязательно описанный персонаж является гномом. Зайдите в любой деревенский кабак на землях людей и найдете там дюжину мужчин в точности и соответствующих описанию. Находка небесного диска Града в 242 году нового времени подлила масло в огонь сторонников существования гномов. Этот загадочный предмет был сделан из меди с латунными заклепками и много лет ставил в тупик исследователей, пока, наконец, ученый-историк Деникин не открыл, что если соединить заклепки линии в определенном порядке, то получается картинка. Прикольно. Это открытие произвело фурор, даже самые заядлые критики гномии теории вынуждены были принять это за доказательство прошлого присутствия гномов в местности, где был найден диск. Народные верования и легенды. Если будешь плохо кушать, дядя гном откусит уши. Из детского фольклора. Ну, это аналогия с этим, с волчком, да, который укусит за бочок, который... О гномах ходит множество мифов, догадок и поверий. И то обстоятельство, что гномов никто никогда не видел, поэтому этому нисколько не мешает. Напротив, бередит фантазию обывателей и сподвигает на самые невероятные придумки. Рассказывают, что гномы по ночам часто заходят в дома к людям и моют их дома, не людей, распивая при этом пиво и распевая веселые песни. Ходят легенды и о тайной, таинственной гномьей секте, где находят приют изгнания высокородные женщины. Вдобавок, страшными и ужасными гномами очень любят пугать детей. На севере детям постоянно говорят, что если они будут плохо себя вести, их заберут гномы и съедят. В южных краях нраву помягче, там всего лишь считается, что когда у ребенка выпадает зуб, его подбирают гном и превращают в алмаз. Гномьи ремесла... Это еще одно бескрайнее поле для воображения. Предполагают, что гномы умеют или умели строить очень сложные машины. Технологический уровень гномии культуры якобы столь высок, что позволяет конструировать даже летательные аппараты. Такие утверждения только подчеркивают всю нелепость убеждений, разделяемых простым народом. Помимо машиностроения, гномам приписывается талант в кузнечном деле. Согласно распространенному мнению, гномья сталь – прочнейший материал из кому-либо известных. Меч, выкованный в кузнице гномов, украшенный рунами и другими волшебными знаками, грозное оружие в руках любого воина. Утверждают даже, что гномьи мечи превосходят эльфийские. Примерно 250 лет назад на кукурузном поле близ отваги Уртхака ночью появились непонятные круги. Сразу же поползли слухи, что эти круги – следы гномов, заблудившихся ночью в поле после попойки. Наиболее уважаемые исследователи считают, что гномы действительно существовали, но к настоящему времени вымерли. В качестве возможной причины называют падение метеорита, разрушившего гномьи шахты. Другие полагают, что виной всему была смена климата и вызвано ее сокращение продовольственных ресурсов. Судя по всему, поиск фактора, способного заставить исчезнуть целую культуру, представляется ученым более интересным, нежели вопрос, существовала на самом деле эта культура или нет. Так существуют ли гномы? За долгие годы исследований и поисков мне не встретилось ни одного убедительного доказательства существования гномов. Мужики, они существуют, потому что в первой части, да, этой игры мы можем играть за гнома. Все открытия и находки, такие как кости Уртхака, либо оказывались фальсификацией, либо допускали разумное объяснение для привлечения гипотезы о гномах. Без привлечения. Даже штудирование древних исторических книг не помогло вывести окончательное решение по этому вопросу. Вследствие вышесказанного я отношусь к гномьей теории по-прежнему с большой долей скепсиса. Если гномы существовали, то где?
Как им удавалось скрывать свое существование от мира, где они прятались, и есть ли в мире шахты или пещера, способные дать укрытие целому народу? Время от времени сообщают о том, что кто-то где-то видел гномов. Однако при подробном разборе как раз выясняется, что подобное наблюдение тесно связано с употреблением больших доз спиртного наблюдающим, что заставляет относиться к ним с недоверием. Стоит ли принимать такие сообщения всерьез? Лично я не стал бы. Что и говорить, тяжело поймать гнома в темной пещере, если его там никогда и не было. О, и это про черную кошку в темной комнате, да? Так, ну, вроде как неплохо. Книжки, конечно, прям пипец радуют. Я не знаю, я думаю, что нам надо бы взять, давайте немножко порассуждаем пока. Нам надо бы взять, наверное, вот это вот, да, где? Владыка мертвых, чтобы у нас КД откатывалось вот на вот это, на это вот все, иначе это будет вообще крах, беда. Вот, поэтому одно место за этим оставим. Вот, а другое, вот самый последний у нас остался, не знаю, точно отсюда ничего не будем брать. Нам надо что-то взять на защиту, поэтому... Ну, защиту у нас есть доспехи, поэтому пес его знает. Либо здоровье опять взять, либо вот стойкость, да, которая просто урон противника уменьшает, чтобы не было ваншотов каких-то. Так, Сильвер уклонится от вражеской атаки. Да, наверное, просто урон будем этот менять. Торговли я не хочу, хотя с другой стороны, лучшее качество товаров, да? Показывать цену предмета, даже если герой не находится в магазине. Кроме того, торговцы предлагают более выгодные цены за товар. Чего? Цену предмета. В общем, может быть и неплохая тема, потому что лучшее качество товаров. И вот за выполнение заданий герой получает более ценные награды. То есть можно взять торговлю и туда все сразу вложить. Вот, возможно, тогда у нас шмотки хотя бы будут. Кстати, неплохая идея. Наверное, следующим я возьму торговлю и туда будем все втюхивать. Вот, наверное, возьмем торговлю и откаты, да, и у нас, в принципе, все по билду, именно по навыкам здесь будет все. Ладно, ребяшки, давайте тогда на этом закончим, вот, и в следующей серии уже продолжим искать. Я уже запутался, вот эти бывшие солдаты, черт возьми, куда их надо отвезти, у нас вот тут какой-то есть печальный конец, вот, скорее всего, в этот печальный конец и пойдем. Вот, так, а на этом все тогда. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребячки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего и всем пока.